Компания «Трансавтогаз» выступила с разъяснениями в связи с подорожанием метана до 17 леев 60 банов, то есть на 25%. Она сослалась на общую европейскую тенденцию роста цен на автомобильное топливо и привела в пример другие страны. Украину, где кубометр сжатого газа метана теперь стоит 45 гривен, то есть 29 леев, а также Италию, где цена составляет до 1 евро 40 центов, что в пересчете тоже около 29 леев. В «Трансавтогазе» также отметили, что главными факторами подорожания являются растущие закупочные цены на газ и электроэнергию, а компания вправе повысить тарифы на основе своих прогнозов динамики цен.